Более 87 миллионов рублей получит аграрии Чувашии. Правительство России приняло решение о выделении дополнительных субсидий регионам на поддержку сельского хозяйства. Аграрии республики получат более 7 миллионов рублей на возмещение части затрат по строительству молочных комплексов и почти 80 миллионов рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным до 1 января 2017 года. Вчера распоряжение подписано. Из резервного фонда дополнительно выделено Чувашской республике чуть больше 61 миллиона рублей. И за счет перераспределения среди других объектов около 16 миллионов рублей. Буквально завтра, если с налогами все в порядке, все предприятия эти деньги получат.